Там невозможно говорить, что тронуло больше, потому что это настолько единое дыхание, это настолько тронуло, что теперь вопрос только, как вот идти, не потерять. И вот знаете, как мы на Пасху свечку носим, главное, чтобы не задуло. Когда моему мальчику было 4 года, я его первый раз повела в храм, при том, что мы просто прятались от дождя. Я его как-то там все убирала, чтобы он не видел покойника в углу, ну, чтобы он как-то так. Дождь закончился, мы выходим, и вот мы вышли, а до этого свет такой через купол пошел. Мне ребенок говорит: мама, это Боженька нам в душу фонариком светит. Я думаю, что нам сегодня этот фильм посвятил в душу фонариком. Поэтому к этому ничего нельзя добавить. Это то, что ты хранишь, где-то там внутри прячешь, вот в баночке из-под халвы. Понимаете? И дальше это надо просто нести, нести. И этот свет, его просто надо не расплескать.